Привет всем стратегическим жевжикам планеты Земля. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Канаду в седьмой Civilization 6 на последнем уровне сложности Божество, на стандартной скорости. Все тут вообще все стандартное. Ну, вообще, подробности объяснения, что тут происходит, лучше посмотреть в первой серии. Потому что, если вы не знаете, что происходит, вы явно наткнулись на это видео случайно. Переходите к первой серии, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Там все объясняется. Ну, а спонсоры канала все серии видят сразу. Что-то я раньше времени вебку выключил. Спасибо вам большое за поддержку. Теперь давайте продолжим. В общем-то, я считаю, что я закончил расселение. Давайте еще глянем, но, честно говоря, вот тут уже просто не хочется ставить города. Так что, я думаю, да, расселение закончено. Кроме того, мы прямой наводкой в героический век идем. Правда, еще до... Ну, я думаю, один из ходов будет сейчас. Посмотрим, как раз следующим ходом будет понятно. Там явно Вавилон улетает по науке, поэтому эти должны быстро проходить. Как его... эпохи. Так... Что мы, собственно... Ну, я везде практически делаю рабочих. Два действия. Изоляционизм я поставил. А открыли мы сейчас чего? Какой-то социальный институт открыли. Монархию, что ли? Монархию, видимо. Ну, я бы в теократию шел. Причем я явно два рынка в принципе не могу построить. С другой стороны, и торговая республика тоже хороша. Но две каравеллы. Где у нас две каравеллы? Фиг знает где. Чудо света античности. А что, Артемида не античности, древнего мира, да? Математика. Каравеллы тоже хотелось бы, конечно, но... Так, акведук. Может, селитру все-таки начать открывать? Ну, пастбище плюс пища тоже неплохо. У меня... Подожди, так у меня одно пастбище. У меня одно пастбище только. А вот тут будет еще, не знаю. Ну, вот тут еще есть, не знаю, может, это вообще собрать надо будет. Черт. Пока непонятненько. Так, сюда у нас идет рабочий обрабатывать. Там обработано... Ну вот тут вообще-то выглядит на кампус, если мне не изменяет память. Вот тут кампус плюс 4. Потому что один гора, два... А, подождите, это не риф. Не, риф. Риф 2 и районы будут тут. Короче, давайте я тут кампус поставлю. Отметочку. Да, кампус на плюс 4 здесь есть. Ну, не знаю, не хочу я пока вырубать там лес. А вообще, подожди, следующим ходом я уже смогу кампус ставить, так? Так, может, все-таки кампус? Пошли вырубать, а тут оставляю на один ход. Тут монумент строителя. Блин, 35 ходов, а что так долго? Может, купить строителя тогда лучше здесь, а строить... Ну, тут рыба. Я бы, наверное, купил строителя, эту рыбу убрал и начал бы строить гавань. Вообще, давайте уберем строителя. Вот так, покупаем. Тоже откладываю на один ход. Так, не строим, не строим. У всех остальных что-то строится, да? Так, пока убираем. Наверное, и правительство не меняем. Что по быстрым? Все куплено. И все про... Ну, вообще, можно еще стратегически глянуть. Хочет... А, у меня дофига, кстати. Лошадей 11.
Давайте вообще продавать. Нормально. Дальше пока не будем. Так, шедевры нет. Мировое влияние пускай копится. Так, ну все. Пока нормально. Мне бы, конечно, я начинаю беспокоиться по поводу того, что где-то там кто-то улетает. Но, судя по моим соседям, пока у меня все норм. Тут я... Сколько здесь? 3, 4, 7. Может, все-таки идти уже прямо где больше всего? Потому что 75% убирает. Это, согласитесь, приятно. Просто маленькие. Я вот лучше поубираю в тех городах, где много. У меня только 3 заряда. Мне надо Икстапалуку, очевидно. Чалька и Тео-Тео... Кан этими апостолами. А потом можно миссионерами добить. Прийти, наверное. Так, ладно. Жалко, конечно, что территории, ну, с тундрой занимаю. Ну что поделать. Тут я хотел начать с рыбы. Сразу 3 населения. Гавань. Так, тут монумент. Не знаю, может, тут центр коммерции. Но вообще тут надо, знаете что, вот тут надо решить с правительственной площадью. Я думаю, что правительственную, блин, вулкан рядом. Просто, ну, просто не хочется и на... Я бы правительственную площадь вот сюда ставил, короче. Так. Ну, соответственно, в любом случае здесь... И здесь у нас... Ой, развлекательная... А, там я уже гавань строю, значит, тут не нужен центр коммерции. Тогда, может, центр коммерции для Шербрука здесь поставим. А здесь, например, театралку. Блин, а тут вот у нас, видите, вот сюда у нас ставится, получается... Не, какой сюда? Вот сюда у нас ставится кампус на плюс 5. Вау. Я бы, наверное, тогда еще вот так... Театралка. Здесь, предположим, у нас промышленная зона, акведук. Ну и тут получается промышленная зона, акведук. Не знаю, я тут пока с дамбами. И сюда, наверное, либо кампус от Виндзора, либо... Либо священку. Священку можно и сюда. Тут, короче, их можно просто менять местами. Что священку, что кампус. Видите, плюс 4 может быть. Ну вот это мне нравится. Если я это все смогу посмотреть, тут производства просто нету. В этих городах, чтобы это все реализовать. Так, ну тут надо рабочего делать. Тут, к сожалению... Ну, тут надо точно это все вырубать. Так, а я отправил... Я Магнуса в Виндзор отправил, да? Ну, окей, как раз под него и будем вырубать все. Так, в Оттаве.
Знаете, я бы в Оттаве развлекательный комплекс начал строить. Или все-таки кампус? Вообще у нас только один этот здесь пока есть. Одно священное место. Так что я и то могу построить. Наверное, надо отложить постройку и кампус. Иначе у нас с наукой. Ну, то есть, развлекательный комплекс я, конечно, построю, но мне кажется, это имеет смысл будет тогда, когда мы вот уже хоккейные коробки сможем сделать. Так, лошадей пока не продаю. Ну, опять накоплю на 20 лошадей, можно будет кому-нибудь за золото вход отдать. Темпло майор. Так, тут ничего не строим. Откладываем. Ну, все опять нормальненько. Ну, вот видите, как я и говорил, стало 10. То есть, вот прям конкретно по минимуму мы идем постоянно в каждую эпоху. Так. Давайте против Ацтека. Я думаю, что остальные тоже могут против него проголосовать. И торговые пути к выбранному игроку приносят плюс 4 золота. Давайте за себя. Давайте здесь даже вольемся, а вдруг пройдет. Прошло. Подожди, а почему я... Кто-то за меня еще проголосовал. Кри за меня проголосовал. И бразилец за меня аж 6 голосов кинул. Нормально. Нормально. И неизвестный игрок 100% претензий. Так, иначе я могу еще караван построить. Так. Какие-то новые сделки появились. Не хочу это... Ничего брать. Так, значит, здесь. Покупаем клетку. Вырубаем. Ставим кампус. 2 хода, то есть кампус за один, считайте. Строится. И надо, наверное, миссионеров реально покупать и отправлять к Ацтеку. Я очень хочу вот тут, чтобы вся моя религия была. Все в моей религии было. Так, давайте миссионер. Тут я бы пошел чай обработал. Чай, а потом предприятие в Гамильтоне. Тут бы я не вырубал, я бы оставлял, потому что у нас производства здесь вообще нету. А пастбище как раз производство дают. Так, два посла. Блин, ну мне бы Ватикан. То есть мне нужно опять поставить первый посол, да? Давайте, наверное, военную подготовку откроем. Не, подождите. Давайте гильдии. Открываем гильдии потихоньку. Вообще, я даже, скорее всего, средневековые ярмарки могу быстро открыть. Ладно, давайте пока так. Не буду спешить там с Ватиканом. У меня все равно великих людей нету. Картография значительно продвинулась. Это что я сделал? 2 гавани, ага.
Маяк. Так, обработаем лошадей. Пока. Видите, производство добавляется. Ну и плюс стремя мы сейчас откроем еще, плюс пища. И плюс это еще жилье добавляет. Да, еще одного миссионера покупаем. Иудаизм должен господствовать на этом континенте. Да и вообще в мире, конечно. Обрезания должны... О, кого-то встретили. ГГшку, походу, Кумаси. Обрезание по телевизору в прямом эфире транслироваться. Шоу такое должно быть. Но это в будущем, когда телевидение откроем. Мега-извержение. Ну, просто улучшилось 8 клеток вокруг. Зашибись. Оттава знаменита образованностью своих жителей. И математика продвинулась. Причем... Удивительно, что лес не срубило. Так, пожалуй, давайте все по пастбищам пока пойдем. Да, по идее, здесь тоже, наверное, какой-то район надо будет поставить, но не сейчас. Сейчас я хочу обработать эти пастбища. Да, дорого стоит, но мне нужны эти клетки. И даже карточку, видите, не ставлю. Чай надо обрабатывать. Так, сколько у нас? 14 пока лошадей. Продажа редких ресурсов. Ну, я бы менял. Я не хочу продавать просто чай так. В первую очередь обрабатывал, чтобы предприятие поставить тут. Тут еще и улучшена клетка за что-то была. Стихийное бедствие какое-то. Тут, наверное, засуха там или этот... Торнадо. Знаете, наверное, амбар поставлю. Пока сначала... Вдохновение для гильдий. Торговый путь. Полководец. Обращение в веру. Торговец. Озарение для гильдий. Блин, я забыл, что там гильдии. Два рынка. Очень вряд ли, да? Ну, то есть, я пока вижу рынок вообще только в одном городе у себя, в Шербурге. По идее, в Оттаве надо тоже рынок, но я не вижу, где мне его ставить. Хотя, наверное, сюда придется ставить. Но, блин, там... Так жалко забирать с тундрой. Так, значит. 7 буддизма. Распространяем. Становится 3-3. Именно в крупных городах надо использовать, где много населения. Отлично. Сколько уже культуры? Уже, ну, я четверть культуры своей с религиями. Наверное, не буду удалять камень.
просто обработаем. Так, пошли лошадок. Так, на чем я еще могу сделать предприятие? Давайте редкие ресурсы у себя. Значит, у нас свинина может стать предприятием, да, вот тут сейчас обработаем вторую. Сахар мы уже сделали, чай делаем. Блин, все что ли? Ну, еще, возможно, черепаха и все. Хм. А всякие ГГшки за союзу у них какие-то есть? Ну, то есть мне, видите, не хватает, например, для драгоценных камней, для гипса. Блин, а что оно все по одному у меня или по два? Что-то нечестно. Кампус в Торонто. Торговца тут давайте. Нет, чай не продаем. И следующим ходом будем лошадей кому-нибудь продавать. Бразилия, художественный музей. Ну, Бразилия, конечно, ломит. Я не знаю, вот мне писали... Что-то я стрил, я говорил, что буду Канаду на божестве записывать. И меня там спрашивали, ну что, будешь туризмом побеждать? Я не знаю, вот так вот заранее ставить, тем более на божестве, тем более, когда у тебя в наличии например, та же Россия есть. То есть зачем себя так ограничивать? Так, пастбище плюс еду... Один ход, да. Тут не будем тратить, просто подождем один ход, когда присоединится. Тут в Эл-Шотлу. Эл-Шотла. Так, чалька, по-моему, я хотел зачистить. Наверное, этим в Теночтитлане сработаем, а этот в Теотиуакан пойдет. Как-то так сделаем. Да вот эти еще давайте. Миссионера. Отправим вот в эти города обращать их. Так, может предприятие тогда... Нет, все-таки мне кажется, вот эту свинину надо в Галифаксе, чтобы в Торонто остался шанс на алмазы. Да, есть промышленная зона на 2. В принципе, и сюда акведук поставить. Или сюда театралку. Ну, ладно, сначала промышленную площадь. Я думаю, что я, наверное, театралку здесь поставлю. Храм завершен. Кампус тут вообще нигде нормальный не будет, да? По плюс одну. Ну, нет смысла плюс один строить, мне кажется. Нету смысла. Потом давайте гавань. И математику откроем. Так, средневековые ярмарки заканчиваем пока. 4 торговых пути.
Вот сейчас третий делается, и маяк 7 ходов. Ну, то есть, в принципе, можем ускорить. Сможем ускорить. Вот два рынка. О. Дружелюбное племя. А у меня что тут на автомате? А, это этот Кри плавает, открывает. Мы в союзе с Кри, поэтому я вижу то, что он видит точно. Кстати, а давайте посмотрим, как у него тут. Раз, два, три, четыре, пять миссионеров. Все плывут в Бразилию. Шесть. Все сюда плывут. Блин, мне бы, наверное, тогда скорее апостола купить, попробовать их убивать. Давайте вот этот обратим. Тут два жителя всего. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Да. Как-то так... Такое... Затяжное развитие, конечно, за Канаду, когда играешь... Ну, потому что... Типа, войну объявить сразу никто не может. Интересно, кого же вынесли? Какое ваше предположение, какую цивилизацию вынесли? Потому что у нас было 12, стало 11. Кого-то вынесли 100%. Я думаю, что это мог сделать только Вавилон. Но я уже в предыдущие прохождения так ошибался. Кто мог быть таким слабеньким, что его вынесли? Так, ну буря далеко. Так, я бы, наверное, из Гамильтона... Нет, подождите. Из Шербрука я отправлял, да? Наверное... Блин, тут жилья просто нету. Ну, из Гамильтона надо отправить, ладно. Наверное, лесопилку и обработаю рыбку. Так, здесь, пожалуй, шахты надо сделать. И здесь тоже в Монреале. Так, это третий будет, да? Не хочу пока в Бразилию. Наверное, тогда из Виктории отправим. Или из Монреаля пока. Пойти из Монреаля. Просто не верю, что из Виктории не по воде пойдет. Так, тут я хотел уйти на Чтитлан. Тут убираем в Теотиуакане. Есть иудаизм. Вы впервые обратили город в основанную вами религию, но это ж неправда. Имеется в виду, наверное, то, что переобратил. Хотя это не... Подождите. А, я понял, это мой бонус устремления. Да. Так, ладно. Лошадок продаем. 18 лошадок за 7 золота вход. Нормально.
Да, приятный мод, конечно, на быстрые сделки. Я думаю, вам особенно нравится смотреть, что я это не проверяю все подряд. Я просто смотрю. В общем, почему бы самим разработчикам этот мод не сделать? Ну, если мод не добавить в игру. Ведь примерно такая же фигня, например, в той же четвертой циве была. Вот примерно такая же таблица. Это не выдумывание чего-то нового. Наверное, универы надо открыть. Я все равно ученого точно не получу. Еще паунтмейкер лошадей хочет, интересно. Нет, паунтмейкер уже не хочет, уже обман. Вон, пожалуйста, стратегические лошади. И нету предложений. Так, пошли пшеничку обработаем, потом шелк, я думаю. Ой, блин, в Торонто больше еды. Ну, нам надо в Оттаву отправить, чтобы дороги были. Тем более, сейчас еще сделаем производственную площадь. Это добавит производство в город. Не знаю, почему-то не хочется строить заповедники по причине малого места, куда их можно поставить. То есть есть престиж, есть, но на те клетки, где я бы хотел заповедники ставить, там другие районы более вменяемо становятся. Еще руинку. Но это, опять же, повторю, Кри открывает. Странно, у него почему-то миссионеры тупо в океане там плавают и все. Я думал, он ведет к Бразилии, нифига. Так. Я вот сейчас думаю, надо ли мне убирать карточку на строителей. Одного строителя, всего лишь одного строителя, наверное, надо. Просто я ж могу поставить уже соседство кампусов. Я думаю, что это надо ставить. И здесь, значит, первый посол. Отправляем в Ватикан сюзеренем. Уже получили очки. И один ход быстренько открываем военную подготовку, чтобы вернуть карточку. Так, тут давайте Пингалу до исследователя еще повысим. Так, давайте, наверное, в Хатусу попробуем обратить. Наверное, этим тоже давайте в Хатусу. Или Тлакопан пообращать. А, да, то, что тут Теотиуакан, это 100%.
банковское дело ускорили. Ферму потом шелк обработаем. Вот тут, конечно, красиво у меня вот это я расставил, но у этих городов нету производства, чтобы это все так красиво поставить. Началось возрождение, героический век канадской цивилизации. Так, значит, тут ставим обратно плюс 2 влияния, а здесь... А давайте, наверное, вернем строителя, как раз там достроим. Нормально, мне нравится. Так, здесь... Ну, реформа денежного обращения 100%. Видимо, исход евангелистов и монументальность. Тут больше ничего другого не берется. Так, теперь меня интересует, в каком веке ацтек? В темном. И что, вы хотите сказать, что Теайо не будет отваливаться? Серьезно? Минус 20. Yeah. Чуть-чуть больше влияния у буддизма. Ну, я Теаю, несомненно, себе оставлю город, когда он присоединится. Потому что нефиг было ставить там. Так, есть мастерская. А не мастерская, правда. Давайте сначала мастерскую я построю, потом, а потом уже театральную площадь. Так, значит, тут я все поставил, как я хотел. Куда дальше пойдем? Дипломатическая служба или теократия? Наверное, теократия уже, пора принимать теократию. У меня есть сейчас монумент... Ну, короче, сейчас мне много всего за веру можно будет покупать. Особенно, наверное, имеет смысл миссионеров и апостолов. А теократия снижает на, сколько, на 15% еще покупки за веру. Да. Поэтому надо принимать. Теократическое государство Канада будет. Библиотека. Могу караван. Второй караван надо купить и сделать. Из Галифакса давайте. Вот и четвертый караван будет. Ой, как хорошо, Теайо отваливается. Альгамбра, дворец Патала. Неизвестные игроки заканчивают. Так, а что в Торонто строить? Колосс, может? Ну, жалко, на месте... Видите, на месте краба. Ладно, строителей. Так, в Монреале. Священное место на плюс 2. Кампус на плюс 3. А, блин, он на месте этого камня на плюс 3. И вот еще плюс 3. Я бы камень оставил, потому что он влияет... Вот я бы промышленную зону вот сюда на плюс 2 поставил. Соответственно, камень нужен, чтобы это плюс 2 было. Плюс один за каменоломню. Поэтому давайте строителя. Отметим, что вот сюда я хочу кампус. Сюда промышленную зону.
Че, Ацтек идет Хатусу забирать? Ну, вообще вот с такой армией тяжеловато будет, мне кажется. Требушет единственное, да. А в остальном фигня полная. Так. Дополнительная вера. Блин, я бы пока оставил, что есть, честно говоря. Бонус соседства промышленной зоны. Ну, в принципе, можно поставить. Создание. И вот эту давайте поставим на гавани. Это в нескольких городах строится. Так, ну теперь можно покупать миссионеров и апостолов. Я бы даже сказал, наверное, миссионеров в первую очередь. Или апостолов. Или и то, и другое. Средневековые ярмарки. Ну тоже бы, наверное, пока ничего не ставил. А здесь пора. Блин, может, Мокшу? Чтобы он сильнее из Шербрука влиял. Давайте Мокшу в Шербрук. Что у Мокши, вот его это изначальная специализация, плюс религиозное влияние усиливается на 100%. Плюс 2 за каждый район, но районов в этом городе нету пока что. Не понимаю, почему Кри своими миссионерами так и не приплыл к остальным городам бразильца. Что там переклинило в его индейских мозгах? Да, уже треть культуры у меня идет от верований. Так, ну начинаю, наверное, со сбора. Так, только переключу эту клетку. А, она и переключена есть. На Виндзор, потому что тут Магнус сидит. Так делаем и... А вот сейчас сменяем и делаем тут... Центр коммерции. Так, эти миссионеры, наверное, сюда бегут. Раз, два, а третий как раз в Гуарульюс. Так, ну наш континент, считайте, полностью открыт, все понятно, что здесь. Как там? Неужели и другой континент примерно вот так же странно выглядит? Еще какая-то ГГшка нашлась, кстати, научная. То у Кри уже каравеллы, он сейчас, надеюсь... Вот вообще неплохо иметь Кри на карте, да?
Он тебе все постепенно открывает. Так, наверное, обработаю рис, пока не вырубаю лес. Какое у меня тут влияние? 773. Плюс 8, плюс 3 заход. Не, наверное, священное место тут не будем пока что с кампусом. Плюс 2. Вот тут плюс 3 может быть рядом. Наверное, надо гавань. И давайте сначала амбар. Сначала амбар. Чё торговать хотят? Покупать ничего не хотят. Ну, а редкие ресурсы я продавать не хочу. Просто я у них что-то за деньги покупаю, какие-то редкие ресурсы. Я вот лучше их начну... Ну... Торговлей. Ресурс на ресурс. Отвалился... ТА ее. И как быстро он ко мне? 10 ходов. Наверное, надо еще нанимать миссионеров. Ну, раз мы в золотом веке таком хорошем. Все нет, где тут? Плюс 2 очка перемещения для всех миссионеров. И все юниты этих типов плюс 2 действия. Надо попробовать вообще задавить буддизм в зародыше. Знаменитые иудейско-буддистские теологические споры, конечно. Да, производство немножко убираю, к сожалению, но театралочку надо ставить. Еще ГГшку Канди. Блин, нам, кстати, Канди бы засоюзить. Мы ж еще... Ну, Канди, короче, дает... Обращение в веру. Дает реликвию за каждое найденное чудо света, чудо природы. Можно создавать шпионов. Так. Сейчас подумаю, что я еще в городах буду строить. Видимо, тут универ. Здесь маяк. Я к тому, что рабочих я не буду делать, да? Ну, хотя вот еще два хода рабочий. Очень хочется поставить... на шпионов. Карточку. Сделать шпионов, отправить хотя бы к ацтеку.
Блин, что-то армия Ацтека меня пугает. 900 против... Ну, еще раз напоминаю, они зато не могут мне внезапную войну объявить. Так, 3 заряда. Один надо оставить на вырубку леса, да? Все, наверное, фермы вот тут сделаем. Вот так вот фермочки поставим. Что дальше? Вряд ли я великого художника быстро получу. И надо, наверное, в просвещение идти. Ну, ладно, не буду пока ни то, ни другое. Ну, к союзникам вообще пока не отправляю караваны, хотя... Я вообще камеду к Антананаре. У меня из союзников вообще со мной никто не торгует. Как-то вот тут у... Ну вот, белые скалы Дувра нашли. А могли реликвию получить. Нет. Выполнил обещание не селиться рядом с Ацтеком. Просто у него города буду по лояльности отжимать. Ну, два населения, надеюсь, это не у меня, а в Теае потеряно, правильно ведь? Тихонько пробираемся, чтобы вот эти юниты нас не убивали. Ацтек даже не хочет своими юнитами пойти эту Теаю присоединить к себе. Так. Ну, давайте, наверное, вот так сделаем. И поставим кампус. Так, этот рабочий, наверное, пойдет рыбку обработает. Блин, мне так правительственную площадь надо построить вообще-то. Чего мне не хватает, так это... Так, я надеюсь, что Кри скоро встретит не встреченных еще нами цивилизации, но это уже в следующей серии будет. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала, кстати, серию могут прямо сейчас уже поискать во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она выйдет завтра. Ну, такое пока... Пока тяжело. Ну, вот видите, как мы, насколько мы по науке отстаем. Ну, хотя, что, как ни странно, мои соседи в топе 5, да, по технологиям. И я от них по науке не совсем уж так сильно отстаю. Вот, конечно, культура бразильцев меня пугает. А я еще думаю, мы встретим там Россию и вообще будем очень сильно напуганы. Но все в следующей серии. На этом все, играйте в умные игры, слава Украине, живи Беларусь, и Россия будет свободной. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку, до следующих видео.